Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь, как всегда, Дэн Хай, и сегодня мы будем играть в My Fishing World. Ну, в принципе, это как всегда. Я забыл фразу, которую должен сказать. Ну, ладно, похрен с этим. Приступаем к нашему сегодняшнему видео. Ну и сегодня мы будем ловить такую рыбу, как угорь или угорь обыкновенный, как у нас в игре написано, это просто-напросто угорь. Да ладно, да ладно! Будем ловить угря без прилова, будем ловить его на холодном озере. Стоимость поездки туда 330 серебра. Необходимый разряд 22. Погода там где-то приблизительно от минус 5 градусов до, ну или, как сказать, от 5 градусов до минус 5 градусов. То есть там вполне себе так холодно и тепло. Вот это поворот! Насыщенность рыбы там 80%, что говорит очень большую насыщенность рыбы, и загрязненность 4%, что говорит очень маленькой загрязненности водоема. То есть посмотреть, если другие какие-то водоемы, они будут гораздо загрязненнее, чем этот. Есть, конечно, еще менее загрязненные, но все же их намного меньше, чем загрязненных. Это, в принципе, чистый водоем. Так, ну, естественно, я вам, как уже сказал, мы будем ловить угря обыкновенного. Знаете, я вам уже расскажу, когда будем на месте ловли. Приступим. Вот мы, естественно, на водоеме. Сейчас вам расскажу о снастях, какие мы снасти будем с вами использовать. Мы будем, естественно, с вами использовать удочку под названием Хакас-1. Выдерживает она 6900 килограммов. 6 килограммов 900 граммов. Катушечку мы будем с вами использовать MR7000, так можно сказать. Выдерживает эта катушечка у нас 5 килограммов 200 граммов. Лесочку мы будем с вами использовать Extra Line S, которая выдерживает 7 килограммов 100 граммов, но можно использовать, в принципе, Master L, которая выдерживает 5500 килограммов. По поплавку мы будем с вами использовать очень легкий поплавок. То есть у нас в нашем преимуществе поплавок из пробки, фаворита и еще вот эти три светящиеся поплавка. Больше у нас, в принципе, с вами нет поплавков. По крючку, ребятки, по крючку сейчас мы немножко расскажем. Можно, в принципе, использовать практически любой крючок, который вот выше вот этого. Ну, или, как сказать, ниже этого крючка. Меньше, то есть. То есть мы используем сейчас с вами крючок номер 4.3, который выдерживает килограммы от 300 до 53 килограммов. То есть специально я выбрал такой крючок, который более большой и будет ловить более крупных угрей. То есть можно использовать вот эти все крючки, по сути. Потому что угри где-то около до 4 килограммов приблизительно, если не ошибаюсь. Крючок из этих использую, но ни в коем случае, ребятки, ни в коем случае не выше 4.3, потому что если взять уже 5.1 крючок, он уже от 8 килограммов, угорь до 8 килограммов не растет, просто-напросто не растет. Ну, естественно, как всегда, я вам уже сказал о наживке, это сыр, и про стоимость и опыт я вам скажу чуть-чуть позже. То есть стоимость и опыт самого угря. Есть же первая поклевочка, ребятки. Ну, это, естественно, как всегда угорь, потому что тут прилова никакого нет. Угорь на 3 звезды, в принципе, кстати, они все вот такие вот и попадаются на 3 звезды. Меньше вроде не попадается с этим крючком, но и больше все-таки тоже трудновато поймать покрупнее. Хищная рыба может быть трофеем. 400 килограммов, то есть уже на 8 килограммов крючок просто-напросто к нам не пойдет. Стоимости данной рыбы. Стоимость рыбы, вот приблизительно я вам говорю, приблизительно, потому что в четких цифрах я этого не знаю, я не спрашивал у разработчиков ничего. Сам при догадках немножко распознал их цифры. Стоимость, хотел сказать,
если тут произошла поклевка, но еще страшно. Стоимость у нас от 100 до 820 серебра. Это с учетом VIP. И трофея вроде бы, если не ошибаюсь. Или только с учетом трофея. Нет, это вроде бы, ребятки, это не с VIP-ом, это трофея. С учетом трофея от 200 до 820 серебра. А с VIP-ом еще больше будет стоить. Видите, опять мы 3 звезды. От 200 у вас не умирает. Ну ладно, в принципе, я вам рассказал о том, как поймать. Сейчас скажу, сколько еще опыта дает наш с вами угорь. Угорь дает приблизительно от 28 до 46 опыта за одну осу. Это тоже с учетом трофея. Если я делал без випа, то просто с учетом трофея не буду уже поймать такую рыбу, она будет от 200 до 820 серебра стоит. В принципе, вполне себе неплохой тоже, но вполне себе хороший. Так что, ребятки, действуйте, ловите. Угорь бывает частенько на заданиях. Ловите. Буду вам, наверное, если хотите какие-то вопросы задавайте, пишите это все в комментариях. Можете писать это мне в ВК, можете писать это в Телеграм-канал, можете писать это куда угодно, в Инстаграм, куда угодно, куда хотите, туда и пишите, задавайте свои вопросы, какую рыбу еще сделать без прилова. Ставьте свои большие пальцы вверх. С вами был Дэн Хай. Всем пока-пока.